Привет, дорогие подписчики моего канала, а также вот зрители. Сегодня хочу вам показать вот такую вот посылочку, которая мне пришла от Ирины. По идее, у нас был должен состояться и почти состоялся АТС-обмен. Вот, но она мне решила прислать целый килограмм, даже больше, такую вот огромную посылку. Короче, сегодня я ее забрала с почты. И давайте с вами посмотрим. Я ее уже за кадром разрезала, чтобы можно было открыть. И давайте я вам покажу, что же она мне здесь прислала. Открываю я, извиняюсь, вместе с вами. Здесь у нас пупырка. Ого, что я тут вижу. Значит, первое, что попадается, это вот такой цветок. Потом я вижу здесь очень много всего. АТС-очки я, конечно же, покажу в конце, если, конечно же, мне телефон даст это сделать. Здесь очень много, я не буду уже доставать цветочков ручной работы. Ирин, огромное-огромное спасибо, потому что я очень-очень люблю цветочки ручной работы, тем более такого небольшого размерчика. Ух ты, вижу много-много плоских, ура! Прям, Ирина, так вы посмотрите, как много. Тут очень много. И вот тут вот очень много плоских цветочков. Огромнейшее спасибо. Ой, я даже не знаю, с чего тут начать. Тут очень много всего. Потом вот такой вот чип от Art Uzor. Прикольненький, я люблю такой. У меня такого еще нет в моей коллекции. Большое спасибо. Дальше я вижу вот такие вот конвертики. Вот Art Uzor Mituyum. Очень интересненькие. Ой, боже мой. Потом вижу декор для творчества с мишками. Здесь получается 8 декоративных элементов в наборе. Я вам так покажу, а потом сниму следующую часть, где буду подробно все показывать. Ух ты. Высечки от Scrap Mir Little Beer. Такие вот высечки. Скраб мира. Бездей пати. О, милашки, спасибо большое. Потом вот такие вот различные вырезалочки. В отдельном видео подробно все будем с вами смотреть. Сейчас у нас такой обзор. Ребята, вы не представляете. Боже мой, она меня решила. Я только, посмотрите, нашла 4 набора с карточками Polkadot. Это у нас Эскимо, Щелкунчик еще один и Scrap Girl. Потом я вижу здесь у нас высечки от Art Uzor с пиратами связанные. Класс! Блин, спасибо огромное! Ух ты, высечки от Экопарк. Такая вот, такое название. Не знаю, честно, не буду читать, потому что английский не знаю. Потом карточка. Потом вот такие вот карточки с пиратами. Шильдик, шейкер с пиратом. Класс, вообще. Ну, это еще девочки и мальчик-мецо. Очень много вырубки. Давайте покажу. Подробно тоже. Такие вот листики. Вот такие вот. Прям огромные. Посмотрите. Прям огромнейшие пакеты. Спасибо большое. Ой. Различные картинки, связанные с Новым годом. Это еще не все. Еще высечки от Моны. Это что-то новогоднее. Давайте посмотрим название, если есть. Новый год. Как клево. Прям вообще неожиданно. Потом вот такой вот различный декор. Здесь у нас вот такие вот фишечки от Art Uzor. И очень много фишек. Топсов. Mituyum. Потом вот такие вот. Еще одни Mituyum.
И вот такие вот от Mono Design Baby Girl. Опа. Ой, тут очень много скотчей. Посмотрите. Различных скотчиков бумажных. Кстати, бумажные клевенькие. И вот этот черный, он с глиттером. Сейчас попытаемся. Вот. Классно. Много скотчей. Не бывает. Потом три вот таких вот оттеночка. Спасибо большое. Потом три вот таких вот ниточки. Надо будет у Ирины спросить, для чего. Но они очень плотненькие, я вижу. Потом вот такой вот декор. Вот арт-узор металлический. Это на самом деле, ребята, еще не все. Тут очень много всего. Пакетик. Блин, здесь вот такой вот декорчик. Декоративные плашки. Вот такой вот декорчик на новогоднюю тематику. Такие камушки стеклянные. Вот. Потом еще вот такое вот. У меня есть два таких набора бумаги, поэтому эти металлические рамки будут самое то. Потом набор рамок от Fleur. Так. Вот такие вот еще принцессы Дисней. Вот такие. Вот такие. Ух ты. Вот арт-узор. Смотрите, какие огромные листья. Причем такие весоменькие. Ой, даже не знаю, с чего начать. Здесь очень много различных штучек. Всякие стикеры. Или как они правильно называются. Классники. Посмотрите, это просто очень много всего прикольного. Шкодная мишка. Я здесь понимаю, это у нас наклеечки, да, вот такие вот наклеечки. Смотрите, сколько здесь различной красоты. Вот это у меня точно ребенок заберет. Или вот этот с птичками. Вот такая вот скрепочка от арт-узор. Также вот такие вот всякие различные стикеры для ежедневников, планеров. Походу, надо будет мне их заводить. Здесь тоже наклеечки. Такие вот. Блин, супер, обалдеть просто. И последний здесь мы видим часики от арт-узор. Потом вот такие вот шильдики, или как их правильно называется. Потом здесь вот такой вот декор. Вот такой вот чипборд. Новогодний у меня есть, кстати, такая скраб-бумага. Вот такой вот. Вот такие вот фишечки. Вот арт-узор. И наклеечки. Вот такие вот у нас переводные наклеечки с мишками. Вот такие. И вот такие вот. Вот просто обалденное постелище. Прям самых клевых приколюшек. Высечки, я еще раз повторюсь, я вам покажу в отдельном видео. И сами АТС-очки. Вот такие вот АТС-ки мне прислала Ирина. Первая АТС-ка называется «Волшебный сухоцвет». Пусть все будет хорошо. Номер 3. Смотрите, какая красота. Печать. Супер. И вторая у нас «Дары полей». Серия «Тепло» номер 2. Такая тоже обалденная карточка. Поэтому вот такие вот
сокровище мне прислала Ирина. Ирина, ну ты просто в хорошем смысле обалдела. Поэтому большое-большое тебе спасибо. Благодарю тебя в личные сообщения. Поэтому, если вам понравилось это видео, поддержите его, пожалуйста, пальчиком вверх. Пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, все ссылочки будут в описании. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть с подробным обзором высечек, карточек и чего-нибудь еще интересного из этой суперской посылки. Пока-пока. Ваша Аня.